сегодня проводятся рейдовые мероприятия, посвященные уплате налогов. Данное мероприятие направлено на достижение цели по взысканию задолженности по налогам, штрафам, задолженности кредитной, уплате алиментов. Данное мероприятие проводится сегодня с целью того, чтобы побудить налогоплательщиков погасить имеющуюся задолженность по налогам, а также оплатить в срок налоги, которые уже были начислены по сроку уплаты 1 декабря за 2020 год. Налогоплательщики могут оплатить задолженность как посредством сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», также на сайте ФНС России. Более того, если в отношении гражданина возбуждено исполнительное производство, то граждане могут также погасить свою задолженность и узнать о своей задолженности через сайт службы судебных приставов, через личный прием. Поэтому такие мероприятия мы нацелены проводить чаще, как минимум раз в неделю до конца года.